Один из ведущих футболистов ивановского текстильщика Константин Подкорытов перешел в башкирскую Уфу. Футболист изъявил желание уже в зимнее межсезонье продолжить карьеру в клубе первого дивизиона. Несмотря на то, что руководство текстильщика рассчитывало на игрока до конца сезона, ивановский тренерский штаб пошел навстречу полузащитнику и дал ему добро на трансферный переход. Напомним, Константин Подкорытов забил в текущем сезоне 14 голов и считался самым результативным игроком первенства.